Так, здорово, ребят, внезапный выпуск. Я тут прямо сейчас сидел, монтировал, и мне пришла в голову мысль записать одно видео. Это видео будет про реверберацию звука, про эхо, про то, как сделать такой длинный красивый хвост от твоего заканчивающегося звукового эффекта. Любого другого звукового какого-то фрагмента. Это видео будет не такое быстрое, как я недавно делал по 60 секунд, как и видео про шорткатс, про горячие клавиши, про какие-то быстрые советы. Я продолжу выпускать такие выпуски, как бы вам это не нравилось, потому что на него уходит мало времени реально, потому что это, как по мне, так это рабочие советы, которые реально нужны в монтаже, которые реально действуют, которыми я конкретно пользуюсь у себя в монтаже. То есть я вот сейчас сижу, монтирую, типа, ага, подметил, вот это было бы удобно, чик, сразу записал там быстренько совет, который я типа в конце недели вам расскажу. Я вот сейчас сижу, работаю над одним проектом, который снимали летом. Снимал его не я, снимал мой коллега, потому что у меня не получилось тогда полететь. И я сейчас разгребаю этот материал. Материала реально много, гигантское количество. В общем, есть такой фрагмент, где я показываю природу. Здесь вот пару мешаков, олени. И использую звуковые эффекты. Возможно, некоторые из них не в тему здесь. Как будто бы кричит койот. И здесь я хотел ставить звук птицы, хоть и его здесь и не видно, это животное. Но я думаю, что этот звук бы здесь слышался органично. Это звук орла. Я его, конечно же, возьму с Epidemic Sound, потому что здесь есть все звуки вообще мира. Очень удобно искать. Но, как правило, орел у нас звучит не так красиво, как хотелось бы. То есть у него крик вот такой. Как будто это пьяный какой-то чувак орет. Вот, слышишь? Это два разных. Перетянули его на тайм-линию, поменяли цвет, и здесь мне хотелось бы, чтобы этот звук звучал немного подольше. Для этого я применю к нему эффект, который находится в стандартных эффектах Final Cut. Вот здесь в All пишем, называется он кафедрал, типа кафедрал, как правильно. Короче, как кафедральный собор, вот, я так запоминаю. С чем у меня ассоциируется, как будто бы у нас такое церковное эхо, что ли, да, потому что там обычно пусто. Переносим его сюда, на наш звук. Но, как видишь, заглушу вот эту звуковую дорожку. Как ты можешь заметить, ничего не поменялось, да, потом мы перенесли звук, все, мы проверили, вот он у нас здесь уже применен. Но звук как оставался без хвоста, так и остается. Для того, чтобы эффект у нас подействовал и у нас получился вот этот хвост эхо, нам нужно добавить hold frame, это делается shift h. Либо это еще можно сделать вот здесь, где изменяется скорость. Здесь можно поставить hold. Это у нас типа как стоп-кадр получается. И вот смотри, что вышло. У нас образовался такой хвост, он продолжается и здесь типа заново возобновляется. Наложился на вот этот стоп-кадр. Слушаем, что получилось. Вот, видишь, звук применился к этому хвосту. Здесь я это хочу обрезать, потому что там нам уже это не нужно. Дальше мы можем настроить этот эффект, сделать его немного поинтенсивнее. Также мы можем увеличить хвост, насколько нам это нужно. Видишь, как классно плавно заканчивается. Для того, чтобы усилить этот эффект, мы можем добавить, также есть стандартное эхо-дилей. Оно прямо у него есть целый раздел, вот здесь в эхо. Также накинуть его сюда. И вот что получается. Вот такой красивый звукач получается. Очень классно звучит. Его можно применять, в принципе, во многих вещах, и это не обязательно может быть какой-то элемент саунд-дизайна, это может быть все, что в принципе угодно. Например, это может быть... Недавно, короче, я делал свадебный клип, возможно, скоро он появится у меня в Инстаграме. Кстати, если что, подписывайся в Инст, не знаю, почему до сих пор на самом деле не подписался. И здесь я также в каких-то обрывках слов, вот они, ты можешь их видеть. Я их включу фоном, сейчас пускай идут. Я также использую всевозможные эффекты. Здесь у меня и компрессоры, и какие-то телефоны. И вот тут же опять же ты видишь вот этот кафедрал, как правильно говорить. Особенно на моменте, где девочка говорит своему возлюбленному. И вот мы можем здесь слышать, как раз таки я использую точно такой же эффект.
Но только я не оставляю здесь длинный хвост. Хотя на самом деле здесь можно было его и тоже применить. Давай пробуем, аж сделаем вот такой хвост. Ну, как бы он здесь и так в тему звучит, особо здесь эхо не нужно, потому что сразу же идет резкий переход. Я к тому, что этот звук можно использовать не только на каких-то звуковых эффектах, но и также, на самом деле, еще больше я его использую на каких-то речевых фрагментах, монологах, в диалогах, и также я его могу использовать. Вот видишь, какая здесь дорожка с саунд-дизайном. Все, я обещал разобрать какой-нибудь свадебный клип, как-нибудь разберу. Его также можно использовать в треке, например, здесь... Песня у нас не заканчивалась бы так плавно, да? Допустим, она бы заканчивалась вот так. Видишь, резко. И мне хотелось бы, чтобы я ее закончил плавно. Сюда можно было бы также применить этот эффект, кафедрал. Скидываем его, ставим здесь hold, shift H. И у нас образуется вот этот самый хвост, который нам нужен. Мы его просто можем немножко подольше сделать. Вот, видишь, как классно. Таким образом можно закончить, в принципе, любой трек. И все, у нас заканчивается песня. Хотя это середина трека. Если еще добавить вот этот эхо-дилей. Эхо как раз-таки он будет, я думаю, что негативно отражаться на всем треке. Немного изменяя его. Но если мы хотим, чтобы у нас он применился и конкретно отсюда, мы можем просто убрать его вот здесь. Поставить ключевую точку, например, здесь вот так ключевую точку поставить, а здесь его максимально на этом моменте, фрагменте усилить, то есть до момента, как у нас песня не заканчивается, у нас эхо не применено, а видишь, когда оно подходит к нему, оно у нас усиливается, смотрим, что получается. Кажешь, классно. Так что это был небольшой тутор, а я дальше продолжу свой монтаж. Над животными, включу прокси only, короче, гигантское количество материала, просто вообще все, 4К прорез, там что-то вообще, 4К 50, там FPS 10 бит, 4.2.2, там что-то вообще мощный материал, такой мощный, что у меня Mac потихо подофигел, и я, короче, все вообще перевел в прокси, переводилось почти целый день, поэтому вот, перерывчик у меня был небольшой. Надеюсь, тебе зашло, и это будет для тебя полезно. Ладно, это, в принципе, все, что я хотел тебе сказать. Быстрого тебе монтажа, хороших тебе удачных кадров, дорогих заказов. Подписывайся на инст, пиши в директ, если что. Пока.